Всем привет, друзья! Сегодня в городе у нас проводится чемпионат по ловле бычка. Вот товарища встретил. Паломничество, да? Да. Вот все участники у нас. Я тоже записался, хотя странно, заявка что-то... Привет, через сайт не прошла. А что? Не знаю, спрашиваю, говорит, нету там тебе какой-то абсурд. Нормально прошло. Ну, не тупой же, только я вроде. Ну, не важно. Самый маленький участник у нас. Ну, записали. В коляске. Да. Вот такая ситуация, друзья, погодка. Поэтому победит суперсильнейший при такой погодке. При таком ветре. Крымке карму хорошо будет. Мои вчера высохли бычки, уже снял. Высохли? Да. Нормально. Там на дамбе, ну, вот в одном месте клюет, тут не найдешь места и не поймаешь. А я уже на Шеленгасе сезончик открыл, троих достал. Да? Да не, мне сильно-то некогда, я ж на бычка так. С 7 вечера до 9 вечера клюл, 2 часа, короче. Мои помощники уехали сегодня на речку, лодку взяли у меня, поехали. Нормально тоже. Почесали там куда-то. Какой-то аж из района. Сейчас, друзья, 6:30 утра. Это всех победю надо сделать. Да. Ты всех заряжаешь, чтоб я победил, да запутать хочу. Я все до сих пор вспоминаю там чемпионат, когда был по пиву, по водке, там фокусник эти шары крутил, жулик жулика ж не надурит, я ему кричу, там вся вот, так иди сюда на сцену, давай, уже выпьешь, шапки кидать, народ там жишки порвал, чудили там. Сейчас, друзья, пойдем по кругу посмотрим, покажу. Да, где будет именно проходить набережная. Вот это набережная, друзья. Так, дают инструктаж. Правила, может кто не дочитал, не понял, значит, лов бычка за счет идет только бычок, то есть не ермошка, не камбала там, ленгаш, все выпускается сразу. Ловим одна удочка в воде, один крючок, это понятно, да? На водоеме желательно спиртное не употреблять, кто там пиво, сразу дисквалификация. Значит, по регламенту, ну, 8 старт, будет сигнал и продублировано старт. В конце в 11 часов тоже будет сигнал, конец, ну, финиш. Вот, и тут один маленький момент. То есть, смотрите, когда будет
сигнал финиш, та рыба, которая висит над водой, идет в зачет. То есть мы ее подняли, сигнал он в руке, еще до садка не дошла, там ведра, что у вас, она идет в зачет. Если у вас поклевка, сигнал финиш, вы поднимаете рыбу, выбрасываете, она зачет не идет. Сейчас. Если кто кинул садок, был замечен, соседи сказали, судья увидел, при взвешивании убирается самая большая рыба. Ну, чтобы так было по-честному. Это развитие стукачества. Типа стукачество приветствуется. Значит, что еще хочу поблагодарить информационную группу «Просто» в лице сайта «Брубердян», который будет организовать это мероприятие. Призы будут от них. И магазин «Маркет Пан Рыбак». Представитель. То есть первое место, тут очень хороший приз, фидер Волжан Оптима 39, вот оно. Бомба. Все, ну что, начнем жеребьевку, я буду называть по фамилии. Ну так, друзья, будет такой короткий репортаж. Дальше будем, покажу вам непосредственно, если будет время, во время ловли.